Это Ида, страшная подружка Алены, а это Алена, страшная подружка Иды. Ну, так они думают. Девочки точно знают, для чего они ходят на вечеринки. Так, слева парни мои, справа твои. С моей стороны одни уроды. Вообще-то мы все слышим. Ида с Аленой тщательно выбирают друг другу подарки. Кружка! Мужские носки. Антон, забыли. Девочки всегда готовы друг за друга заступиться. Еще раз ты ее обзовешь, Ида! Крутые буфера, это не обидно. Обидно! Еще Ида и Алена следят за своей фигурой. Так, по одному бутербродику и все. У девочек есть свой фирменный стиль танца. Но главное, на чем держится их дружба... Что ты там вякаешь? Это дружить против кого-то. Сюда иди, что ты там не ходишь постоянно? Как часто мы жалеем о том, чего не сделали. Пока ты молодой, нужно делать то, что ты хочешь. Я до сих пор бросаю снежки в уезжающие машины. Пальцами пробегаюсь по перилам эскалатора. Делаю маску из блина. Ношу вещи, не которые модно носить, а которые мне подарила мама. Пока ты молодой, нужно дарить людям эмоции. Свою молодость нужно проводить на свежем воздухе. А самое главное, пока ты молодой. Слышь, мобилу гони. Это что, Honor 8X безрамочный экран? Зарабатывай бабки! Пока ты молодой, нужно зарабатывать бабки! Чтобы потом... Понимать, что твоя молодость прошла не зря. Участвуй в конкурсе «Будь молодым». Читай описание. Слушай, а твои подписчики не скажут, что опять рекламу снял? Брата, главное, чтобы было смешно. Так это ж не смешно. И глянет мгла из всех болот. На, Димона, по голове. Нихуя в этом столом пиздит, блядь. Нихуя. Он тебя нагибает, да? Он тебя нагибает, Димон? Он тебя, он тебя хвостом нагибает. Ё-моё. Ещё запятина. Да не подходи ко мне. А, нифига себе. Я-то в рот ебал. Зачем ты материшься на камеру? Ну-ка назад его опрокинь. Опрокинь назад его. Улян, давай. Раз, два, три. А, ты проиграла. Я хочу, чтобы они были чистыми. What the fuck? Спасибо, давай. Наш рисовый мандарин. Ульяна, дисфункция ног. Что ты сделал, Ульяна? Ну, подними их все. Рахим, дисфункция рук. Раз. Saving me. Хо-хо-хо, Merry Christmas. Каждый Новый год мы ждем сказку. Как же я ненавижу Новый год. Я ненавижу весь этот мир. Но не все. Где Новый год встречать будешь? Ой, да решу еще. Да решу еще. Ой, да решу еще. Мне Новый год встречать не с кем. Лучше построить. Сколько? Твою мать. Я должна выбрать новогоднее платье. It's getting late now, enough of the arguments.
She sips a Coca-Cola. She can't tell me if it's here. Я больше не могу. Ника, соберись еще помощь, и подарок надо. Десятый салат. Да что ж вам всем дома-то не сидится? Не трогай, это на Новый год. Лин, Ахмат, говорю, заправь этот самолет. Что мы на этом острове теперь будем делать? Ну, может, сейчас что-нибудь найдем. И что мы здесь найдем? Что это? О, это же терминал. Если через Apple Pay платить, еще бонус есть. Нет, нет, нет. Это термилампа. Просто прикладываешь Apple Pay, и появляется джин. Ты что гонишь, ты, походу, на солнце уже вообще перегрелся? Я кэшбэк джин. Я могу вернуть деньги за любую потраченную вещь. Но только одну. Я хочу, чтобы ты вернул мне все потраченные деньги на компы. Исполнено. Спасибо, джин. О, ничего себе. Слышь, джин, я хочу, чтобы ты вернул все деньги, которые профукал на ставке. Особенно вот Берс, так уж понял, где вот тут одна. Легко! Но базар нет! А мне верни все деньги, которые я потратил на своих бывших девушек. Блин, братан, ты капец зашарил! Будет сделано! Я взял твоя бу! Или это чисто... Короче говоря, твою мать, скоро же Новый год. Был обычный день, ничто не предвещало беды. Я смотрела на елку, елка смотрела на меня. Но чего-то не хватало. Блин, подарки. Написала список друзей. Как хорошо иметь столько близких. Прикинула, сколько бабла надо потратить. Забрала свои слова обратно. Надо было срочно что-то предпринять. Алло, Кать? Да пошла ты в жопу, Кать. Маша? Алло, Тань, привет. Не, ну так точно не пойдет. Придется идти за подарками. В магазине творилась настоящая вакханалия. Везде толпы людей. Вы что, не могли заранее подарки купить? А, ну да. Так, я креативная, надо придумать что-то оригинальное. Думай. Так, следующий год свиньи. Точно, куплю всем свинок, я гений. В смысле свинки закончились? Стала хватать все подряд. Подралась за последнюю свинью. Нашла крутой свитер. Блин, себя же тоже надо поздравить. Это тоже мне. И это. И, конечно, это. А вот эту хрень можно и подарить. Классная штука. Интересно, что это? Осталось упаковать. Сколько за упаковку? Да тут делать нечего, я и сама справлюсь. Твою мать. Походу, мужу достанется тот же подарок, что и в прошлом году. Я просто такие ногти сделала, я просто, я обычно мало делаю. Мало того, что она мне забавахала просто какой-то, это, конечно, длинный маникюр, это не мое. Пять, прости, с чем? С минусом. Неслыханно. Скатилась как, а? Позоришь своего отца. Неделю без айпада. Фортуна ситиос реперис. Фортуна эс перторис. И алгебраическую гипотезу Ходжа по памяти мне. Угу. Так, ну отлично, что, готово. Супер. Это что такое? Что ты позоришь меня? Почему ребенок в обносках таких? Что все подумают, что мы нищие? Почему старая коллекция? Не понимаю. Пап, пап, можно я пойду погуляю? Это, дневник покажи, быстро с мне. Пап, а что с мамой? Мама устала. Папа, я сегодня в школе потеряла сознание. Наконец-то. Из тебя начали выходить эти шлаки.